Первая профильная выставка «Владивосток Дизайн Вик» с мастер-классами и презентациями состоялась во Владивостоке. Три дня жители столицы Дальнего Востока приобщались к миру дизайна и архитектуры. В рамках фестиваля прошла интерьерная выставка, где строительные и интерьерные компании представляли свой бренд. В экспо принял участие салон «Кухонь Формс», компания, которая является дилером старейшей фабрики по изготовлению кухонь в России. Это новая кухня «Феникс». Фишка этой кухни – новая для российского рынка тонкие фасады, ультратонкие фасады. Она подойдет всем. Всем, кто любит готовить, кто любит красивый дизайн. То есть наша задача, когда человек приходит в салон, почувствовать его кухню и суметь создать проект, вот, максимально отвечающий его желание. У нас и слоган салона, в принципе, такой же: кухня, отвечающая вам взаимностью. Модель «Феникс» — это воплощение утонченной элегантности. Такая кухня создана для любителей технических новинок и для тех, кто хочет удивить гостей. Хочу предоставить, показать очень интересную вещь, называется «Кукиноген». Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. То есть я сюда складываю доски разделочные, ножи, отделение для ножей, и половники, поварешки. То есть, по сути, в зоне фахука рейтинговая система мне не надо, не понадобится. И это занимает всего 300 миллиметров. Кухня «Феникс» — это уникальные тонкие фасады, система открывания дверей, ультратонкие ящики, столешницы из мрамора и дерева. Все это делает кухню компании «Формс» актуальной на долгие годы. Отказ от традиционных ручек придает мебели особый шарм, обеспечивает удобство использования и презентабельный внешний вид. Безручная система, то есть электрическое открывание холодильника-морозильника. Нажали. Закрывается, как обычный холодильник. Среди европейских производителей есть фабрики, у которых представлены тонкие фасады. Компания «Формс» – одни из немногих в России, кто представляет такие тонкие фасады. Это стильно, свежо, ново. На сегодняшний день кухня представляет из себя не кухню как кухню, а как предмет интерьера, предмет дизайна. Поэтому она не должна выглядеть как кухня. Хочу представить такую интересную зону. Здесь у нас пенал, у которого дверцы заезжают, и в момент приготовления там еды, когда я пользуюсь кухней, они мне не мешают. Здесь у меня ряд розеток, чайник, мелкобытовые приборы. Попользовался, закрыл, все, стена белая, чистая. Компания «Формс» порадует любителей изысканности и необычных решений, предложив клиентам качественную, стильную, долговечную кухонную мебель. «Формс» — это кухни, отвечающие взаимностью. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.